Привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. В преддверии нового водного сезона хочу вам показать свой новый одноручный командер, который я разработал самостоятельно. Вот специально не смотрел, как устроен заводской. До того мне стало интересно его сделать. Это, кстати, к вопросу, как я начал строить модели в SolidWorks. Вот так и начал. Очень заинтересовала его конструкция. Сам придумал, сам сделал. Выложил его еще ранее на канале в видео, которое называется «Переделка румпельного мотора Парсун под дистанционное управление». И тогда я его сделал почему-то из пластика. Я сам удивляюсь, зачем я его сделал из пластика. Ну вот, сделал. То есть это была рабочая модель. Сейчас он с трудом ходит, пластмассу покрутила. Но я покажу, как он работал. Не проблема. Значит, этот командер позволяет управлять газом-реверсом одной ручкой. Плюс у него есть переключение. Можно холодный двигатель прогреть вот этой кнопочкой. И тогда включается только газ. Реверс передачи не включается. Вот это газ, зеленая меточка. Вот это реверс. Так, смотрим. Значит, вот это газ, вот это реверс. Сдвигаю вперед ручку. Включается первая передача и газуем до конца. Нейтралка. Задний ход включился и газуем. Тут, кстати, половина газа только сделана специально. Ну, возможно, переделаю, не знаю еще. Так, если надо, просто прогреваем двигатель, поднимаем флажок вверх, задняя передача блокируется. Можно только газовать. Это холостой ход. Прогазовали, включили передачу и переключаемся. А вот сейчас я его вырезал лазером из металла. Вот сегодня поцинковал все. Оно теперь золотое. Вид бомбезный. Сейчас буду складывать, покажу, как это работает. Итак, перед сборкой я вам хочу показать устройство этого командера. Значит, он сделан универсальным. Вот это его корпус, так. Вот эта ручка, соответственно, вот здесь еще накладочка. Ручка газа и переключение реверса. Вот это диск реверса. Вот, на них есть обозначение. Суть их вот в чем. Значит, машинка универсальная. Ее можно будет поставить как на тянущем режиме, так и на толкающем. Троса можно подключить как спереди, так и сзади. Вот это у нас он сейчас лежит. Это по направлению... Лодка вперед вот так вот двигается. То есть, соответственно, у меня, допустим, ситуация, мне нужно тянуть троса. Здесь, вот видите, есть метки. Вот газ плюс и тут газ плюс. Плюс на плюс умножаем, дает плюс. То есть, если мы устанавливаем его вот таким образом, у нас получится будет тянуть. Если я переверну, здесь получается метка минус. Минус на плюс дает минус. Здесь эта канавка, она будет толкать, когда я установлю командер. То же самое для реверса. Если составить метки плюс на плюс, значит будет тянуть. Переворачиваем, будет минус. Вот эти вот канавочки специальные, они задают движение командеру. Так, также в нем, вот при помощи вот этих вырезов, видите, сделано. Так же, как и в старом моем, вот этом пластиковом. Здесь тоже есть такая кнопка, вот она, которая позволяет разблокировать или заблокировать реверс. То есть для прогрева двигателя выключаем реверс, включение передач, и можем просто газовать. Вот и все. Вот эти тяжки позволяют сюда крепить троса при помощи вот таких вот переходных элементов. Он удлиняется по длине для того, чтобы... Ход троса нужно, если уменьшить или увеличить. Но это все в процессе покажу, как это все будет работать. Сейчас ставим на место оси. Вот такие болты. Они служат осями для вот тех вот тяг. Кстати, конструкцию я эту еще упростил в сравнении с вот этим пластиком. Выкинул две детали, как оказалось. Так оно будет проще работать. Так, сейчас я возьму шуруповерт. Есть. Точно так же с
ставим сюда. Тоже. Ага, не это. Вот она. Это будет лицевая часть, которую мы будем видеть. Тут я вот, видите, выгравировал обозначение вперед, нейтралка, назад и газ, соответственно. И тут точно так же. То есть для установки с левой стороны лодки вот так мы его ставим. С правой стороны вот так. У меня сейчас будет стоять он на правой стороне, поэтому ось креплю вот сюда. Так, закручиваю. Есть. Так, дальше продолжаем сборку. Сюда у нас идет специально болты. Вот такие взял. Видите, у него тут без резьбы большая часть. Для того, чтобы оси вращались лучше. Так, сразу ставлю направляющие болты еще. Этот и вот этот. Ставятся они вот сюда. Вот эти отверстия служат для крепления к корпусу лодки. Теперь ставим ручку газа, только в правильное положение, плюсом к плюсу. Вот так. Так. Ага, только забыл поставить тягу. Тяга ставится вот таким образом. Вот. Раз. И вот она будет вот так двигаться. И под нее обязательно ставим шайбочку. Я стараюсь сделать все быстро, но если что, я потом помонтирую. Так, вот таким образом. Теперь смотрите, магия. Видите, что происходит? То есть, если мы даем газ вперед, тяга у нас тянет, потому что мы поставили на то, чтобы она тянула. Сбрасываем на нейтральное положение. Это у нас полностью выключился газ. И даем задний ход. Тоже газуем. То же самое происходит, видите, с этой ручкой газа. Так, отлично. Идем дальше. Ставим следующую. У нас идет тоже шайбочка. И промежуточная закрывалка такая корпуса. Перемычка, скажем так. Между ними ставим вот сюда троса. Когда будет трос, пока без троса собираю. Так, вот, все, есть. Следующий этап. Так, ставим реверс. Так, тяга. Она у нас будет вот таким образом. Так, теперь ставим это сюда. И все, попал. Точно все поставил. Так. Теперь фиксируем гаечками. Гайки потом будут самоконтрящие. Это пока наживляю. И собираем ручку теперь. Поставим так, чтобы было удобнее. Так. Кнопка газа. Специальные накладки. Вот так. И ручка. Ручка. Здесь есть отметина. Вот, значит, у нас будет вот это лицо. Так. И болтики. Сейчас затянем. А, не поставил еще вот эти тяжки. Сейчас покажу, как они становятся. Для этого у нас идут вот такие болтики. Маленькие. Сейчас я их уже обрезал специально. Так. И происходит это следующим образом. Так, вот так. Вот оттуда нужно зажаться, чтобы было удобнее. Так. Собираем отсюда.
Оп. Так, вот такая штуковина, смотрите. Красиво? По-моему, да. Так, проверяем, как это работает. Смотрите, я буду его ставить лежа, чтобы вам было видно. Значит, сейчас нейтраль стоит, видите, на нейтралке. Начинаем газовать. Первым делом, видите, включилась, потянулась передача. Вперед, форвард, подписано. И дальше идет газ, вот он. Все, это у нас газ максимальный. Сбавляем газ, опять нейтралка, видите, переключилась. Теперь то же самое для реверса. Включился реверс первый, и дальше уже идет газ. Задняя передача, нейтралка, вперед, назад. Теперь смотрите, что будет, если мы переключаем передачу. Берем эту кнопку, сильно зажало, момент, чуть отпустить. Так, проверяем, о, выдвинул флажок, видите, вот тут положение написано, стоп и газ. В верхнем положении у нас будет только газ. Назад реверс мы не можем включить. Видите, движения нет. Только газ. Это для прогрева двигателя. Вот, видите, что происходит. Если поставить среднее положение, вот так, будет только стоп. И нельзя ни включить, ни выключить ничего. Вот он, полностью заблокирован. Кнопку вниз, и командор опять готов к работе. Вот такая вещица. Троса можно, как видите, подключить сюда, сзади, по движению лодки. А можно наоборот, спереди. Тут уже зависит от того, сколько у вас места. Вон. Это идет гальванические покрытия цинком. Для того, чтобы не ржавел. Вот. Я очень доволен. Он шуршит, он просто четко работает. Если сравнивать с вот этим, у него был ход очень тяжелый. Видите? По размерам они практически идентичны, но толщина, сравните тут, сравните тут. Вот так вот. Металл рулит. Ну, еще раз показываю, как это выглядит сверху. Ход легенький. И это только газ. Вот такой командер. Следующее видео уже покажу на воде, на лодке. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не жалейте комментариев под видео. Мне всегда интересно знать ваше мнение, советы, возможно, какие-то пожелания, заказы, почему нет. Проверим, как это работает, и вполне можно запускать в серию. Итак, вот моя лодка. Складная, из пропилена. Небольшой обзор с ней я делал тогда вместе с мотором. Вот, но суть сейчас про машинку. Значит, видите, стоит вот такой ультрафлекс, двухручечный. Это реверс, это газ, ручки. И сейчас я буду менять на свою машинку. Посмотрим, что получится. Так, погнали. Так, смотрите, газ я уже подключил, видите? Переставлять вот эту вот тяжку такую не пришлось, как раз совпало. А вот здесь вот, вот видите, нейтральное положение не хватает. То есть мне надо сейчас удлинить ее, выдвинуть сюда вперед. Так, ну что ж, впервые я поставил на лодку. Сейчас покажу, как оно работает. Так, значит, попробую снимать с этой стороны, чтобы было видно. Значит, вот у нас обозначение, это вперед. Значит, вот смотрите. Щелк, слышите щелчок? Это включился на моторе реверс. Вот я, кстати, его покажу. Вот, раз, нейтралка. И вот первая, и вот перегазуем, видите? Вот, вот этот промежуток, сектор, это газ срабатывает, видите? Двигаем назад. Ну, чуть-чуть, надо приноровиться. Немножко туго. Я думаю, разработается. Вот это на нейтралке. Теперь задний хват. Вот щелчок. Переключились. И теперь газ.
Вот у нас газ работает на заднем ходу. Опа, вот нейтралка. Теперь смотрите, поднимаем вверх. Вверх. Сейчас. Это заблокировалось. Вот тут кнопочка стоп. Так. Вот мы щелк сделали на прогрев. То есть это сейчас будет только газ работать. Видите, назад она уже не двигается. Реверс не трогается. Вот только газ. Видите? Вот сейчас происходит. То есть можно прогреть двигатель. Так. Пускаем штуку вниз. И все. И она уже опять готова к работе. Вчера вечером активно поюзал Commander и нашел одну вещь, которую пришлось сегодня переделать. Смотрите, вот здесь вот эта тяга внутри, которая идет, она из 5 на 5, получается, металла сделана. И для переключения реверса приходится приложить достаточно большое усилие, и, короче, она начала гнуться. Поэтому сегодня я добавил вон ее толщины, в 3 раза увеличил, то есть тут сейчас 15 миллиметров. Вот, и теперь уже вот щелк, переключился реверс и перегаз. Теперь нормально. Для облегчения легкости хода при переключении реверса сделал следующее. Вот удлинил место крепления. Видите, раньше вот здесь вот крепилось трос. То есть рычаг был маленький. Я его увеличил на сантиметра 3-4. Таким образом усилие уменьшилось для того, чтобы переключить передачу. Чтобы было видно. Вот легенько уже нейтралка задняя. А если вот так вот чуть ударить, еще легче получается. Ну, в принципе, вот нормально. Переключать можно. Вот она. Вот так работает. Нейтралка. Итак, сегодня 1 мая. Попробую тестовый заезд. Тест командора одноручного, самодельного, который вот я сделал, поставил на лодку. Теперь будем тестить. Прокачал бензин, а сейчас завести попробуем. Делаю разблокировку. То есть сейчас передачи не будут включаться. И вот я могу просто газануть. Видите? Зацепление, сцепление. И даем задний ход. Вот мы поплыли потихоньку, видите? Двигаемся. Отлично. Чуть-чуть газку. Вот, задний ход. Нейтралка. Вывернем руля. Сейчас, момент. Поставим мотор. А теперь вперед. Форвард. Есть. И газку. Ну вот. Ну вот. Командер работает. Сейчас дадим больше газу. Отлично. Надо мотор чуть выставить правильно. Загребает воздух. Воздух. Нейтралка. Первая передача. Газ. Все, командор работает. То, что надо. Разворот. Чуть коротковатый рычаг.
у меня, в принципе, и так тяжело переключались передачи, а нужно его было бы удлинить, будет легче включаться. Но, в принципе, нормально вот. Я доволен. Командер работает. Это была моя первая работа, еще раз говорю, которую я для себя поставил задачу. Построить командер. Причем я не заглядывал, как он устроен. Я просто сделал его с нуля. Отлично. Если вам понравилась моя работа, то вполне могу запустить этот командер в сервер. Работает четко, универсальный. Я очень доволен. Не забывайте ставить лайки, подписываемся на видео, смотрим еще, пишем комментарии, делаем заказы. Всем пока!